Всем доброе утро. Уже 10:30. Я встала без 15:09, приготовила Алишеру блинчики, потому что у него день рождения. И я совершила преступление, съела вместе с ним 4 блинчика вместо овсянки на завтрак. Вот, нужна салфетка. Вот остатки, мы не доели, потому что блинчиков получилось много. И я теперь в прекрасном настроении, наконец-то сытая. Вот. На улице неизвестно что, я туда еще не выходила, потому что Алишер сегодня гулял с собакой. Как видите, тут идет дождь противный, я вообще туда не хочу. И надеюсь, что вечером Алишер сможет меня отвезти, когда мне надо будет ехать к ученикам, потому что вот. Я, на самом деле, я сейчас сижу у себя в дневнике и читаю, как я худела в 2011-м, чего я делала. Потому что мое желание продолжать секты пропадает слишком... Хочется есть постоянно, а у меня нет цели скинуть килограмм, 2, 5, 10. У меня есть цель просто подтянуть тело. Поэтому ходить и постоянно мучиться от того, что ты хочешь есть, мне не очень нравится. Вот. Вон тут у меня в дневнике, видите, какая клевая штука. Это я так автозагаром когда-то намазалась. И получилась такая рука. Вот, так что я тут читаю, сейчас сделаю зарядку, душ приму. У меня должно было быть тестирование со студентом, но он не появился вовремя. А я из-за этого устала немножко пораньше. Как обычно, эти тестирования в 10 утра почему-то никогда не проходят вовремя. Мне позвонил Алишер и попросил поискать его обручальное кольцо дома, потому что он не может не то чтобы найти его, просто у него его нет на руке. Я обыскала дома все, и кольца нету нигде. Я не знаю, куда он его дел. Судя по видео, которое я снимала вчера, кольцо днем, по крайней мере, у него на руке еще было. Сегодня утром я не помню, было или не было. Жалко, что я не снимала влог с Алишером, так бы я могла посмотреть на его руки. Я надеюсь, что он вернется домой и найдет свое кольцо, потому что иначе я очень расстроюсь. Потому что я бы хотела, чтобы он ходил с этим кольцом до самой старости. И искать точно такое же по городу спустя 2 года, я не знаю, найдем мы такое же ему или нет. Я не хочу, чтобы у нас разные были. И, блин, я хочу, чтобы это было то кольцо, которое я ему надела на палец на свадьбе. Куда оно у него делось? Я не знаю. Он вчера мыл посуду. Он когда моет посуду, он обычно снимает кольцо и кладет на холодильник. Но там его нету. Соскользнуть
как оно могло соскользнуть. Короче, Алишер расстроенный, и я расстроенная. Я серьезно не знаю, куда он мог его деть. Это очень жестко. Вот так. Ну и я сижу, работаю, и у меня тут супервкусный завтрак. Нет, это уже не завтрак, это второй завтрак. Может, это полуобед, уже полвторого, в общем. Гречка со свеклой, и я не хочу есть. Я наелась блинчиками с утра, мне не хочется есть. А приложение говорит, покушайте, покушайте. Неохота. Вот. Так что я сержусь. Не то, что я сержусь, я расстраиваюсь из-за Алишера. И не знаю, что делать с кольцом. Где его искать. Составляю материалы для фонетических занятий у студентов и нашла длинные немецкие слова в интернете. Сижу, развлекаюсь, потому что для того, чтобы вот эти слова прочитать перед студентами, это нужно самому потренироваться, потому что вот здесь я сейчас, вот тут, это читается как Küstenverteidigungsregimenta. Не хочу это произносить со студентами. Kommunikationswissenschaftler. Kommunikationstechnologischer. Kleinsignaler Satzschaltbilder. Кто это придумывает? Hauptregierungsratsmitglieder. Großraumrettungshubschrauber. Что там может быть Z? Где есть Z? Не та раскладка. Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Gemeindekirchenratsmitglieder. Делаю некоторые слова с большой буквы, потому что это существительное. Существительное в немецком пишется с большой буквы. Freundschaftsratsvorsitzender. И обычно я читаю длинные слова быстро, но эти слова я вижу большинство в первый раз в жизни, потому что, естественно, в нормальной жизни немцы такие слова не употребляют. То есть у них может быть что-нибудь типа Sehenswürdigkeiten, но это редкие слова. Никто не говорит каждый день Freundschaftsratsvorsitzender. Кому это нужно? Так, Feuerunterstützungshelikopter. Feuerunterstützungshelikopter. Helikopter. Это прям скороговорки. Feuerunterstützungshelikopter. Знаете что? Я так ныла, что я не хочу работать, что мне нужны выходные, что меня все достали, что меня отменились учебные ученики. Вселенная прямо слышит меня. Так что... Теперь я нищая и счастливая, потому что я сейчас не побегу на урок, а останусь дома, спокойно доделаю дела, наверное, помою собаку. Ой, я тут все вещи переворошила, такую кучу устроила. Я уже не помню, что я искала, но я устроила вот такой хламовник. Собака ку-ку, мыться будешь сегодня? Чё ты так смотришь на меня, как будто я тебя обижаю? Ку-ку, ты живая? А чё у тебя уши упали? М? Иди сюда. Сидеть. Сидеть. Что такое? У тебя ушко чешется, что ты его прижала? Нормальное ушко чистое. Потягушки у тебя. Мы тебя помоем сегодня. Будешь чистая. Чистая-чистая. Мэйдадыр-мэйдадыр. Мэйдадыр-мэйдадыр. Как у меня руки кремом пахнут. Вкусно, да? Вон я какой маникюр сделала разноцветный. Мне захотелось. Дай пять. Дай пять. Дай пять. Рекса, дай пять. Ты прикольная. Ой, засиделась я. Ой, у меня аж в глазах потемнело. А, и видео смогу смонтировать. Не, ну это надо, надо Алишер позвонить. Кстати, мы кольцо пока еще так и не нашли. Алишер расстроенный там весь. Подарочек такой на день рождения.
потерять свое обручальное кольцо. Шикарно. Я бы, наверное, с ума сошла, если бы я свое кольцо потеряла. Ну, я не злюсь на Алишера. Ну как, я расстраиваюсь, но у меня злобы нету на то, что он его потерял. Я очень хочу, чтобы он его нашел. Зачем он включил это? Я его собрал. Ты набегалась? Ты набегалась? Тебе что нравится эта песня? Ужас какой. Все. Иди выгуливай собаку. Мы так не нашли кольцо. Ой, день рождения удался. А ты такой. Фу, тупая песня такая. Блин, ну Рекса. Что ты делаешь? Мне аж жарко стало. Вау. Воздух. Ну что, ты счастлива? Иди сюда. Иди ко мне. Ну иди сюда. Все, спряталась. Довольное существо. Фу. Ты все выросла. Фу. Там реально фу. Там надо опять трубу прочистить. Рекс, из тебя шерсти сыпется, не знаю, завода по производству шерсти. Тебя феном еще посушить, а? Мокрая небось. Давай я тебя посушу феном еще 5 минут. Ну, и что ты сразу успокоилась? Ку-ку. Кто только что стонал? Кто теперь пахнет мылом? Кто больше не вонючка? Кто пахнет мылом? В общем, мы с Альшером посмотрели кусок реалити-шоу «Hunted». И нам не понравилось. «Преследуемые». Показывают в Великобритании. И поэтому Альшер лег спать.
А я сейчас загружу влог и буду читать журнал. Да, потому что сегодня вечер разложение какое-то. Что такое? Ты не можешь забрать лапу? Она у тебя застряла? Да? И ты думаешь, если ее отгрызть, то будет лучше? Ну, даже не знаю. Ты иди, а лапа у меня останется. Эй, какая ты сильная. Все, успокойся. Спокойно. Все, пока-пока.